يا جنانا يا حنانا يا عيونا بكت لنا ساهرات يا ملاذا يا أمانا يا رحيقا من زهور عاطرات لن وافيك شكر كفاك فالله يجزيك جنان الآخرات. Дорогие мои братья, уважаемые сестры, позвольте мне в первую очередь от лица муфтия нашей республики шейха Ахмада Фанди Абдуллаева поприветствовать всех вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху. Старшее поколение, аксакалы, молодые, уважаемые сестры, вот таким же составом и во время пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, несмотря на возраст, на пол, на сферу деятельности, этих людей объединила любовь к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма. И я уверен, что сегодня, вот здесь, те, кто сегодня собрался, нас всех тоже объединила любовь к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Альхамду лиллях. كل لغات العالم تنطق باسمك أمي وتدم شفاها وتنادي لك يا أمي نفسيخ يزكاخ لك صابنا نيجنا звучит слово ماما. Хвала Всевышнему Аллаху, что сегодня нас здесь собрал в таком количестве, как здесь говорили. Последние, наверное, лет 10-20 Туркский район так не собирался. И дай Аллаху Тааля, чтобы Всевышний Аллах собирал нас еще большим и большим количеством, когда эта мечеть закончится. Амин якина, ла мустахила, ла мустахила бил амаль, амин якина. Тут ведущий наш, уважаемый, сказал, что за последние 10 лет мы спокойно живем. Я всегда на всех маджлисах отмечал и сегодня отмечу, очень-очень большую роль в этом спокойствии сыграло именно духовенство во главе с Ахмед Аджи. Здесь вот сегодня встретили действительно людей, которых 3-4 года не видели. Люди все вместе собрались. Поэтому сегодня, конечно, приятно, что здесь вот весь Рутульский район собрался и вот такое мероприятие проводят. Я что хочу сказать. Большое спасибо муфтию Республики Дагестан Ахмад Хаджи Абдуллаеву за такое прекрасное сооружение, которое мы могли здесь присутствовать и делать все маджлисы. От женщины сегодня многое зависит. Зависит воспитание детей подрастающего поколения. Пусть баракатный будет сегодняшний маджлис наш. Пусть он принесет только радость и счастье, благодать на нашу землю. И в то же время я хочу нашему Кадимову Газраду Джабировичу вручить благодарственное письмо от Союза женщин Дагестана. Спасибо вам. Все, что делаете вы для детей, все мероприятия, которые вами проводятся, мы очень признательны вам. Вам здоровья, удачи. Всего доброго вам. Спасибо. Джанна, джанна, хаза ма таманна, фад-дунья табна, ма фиха яфна. Джанна, джанна, хаза ма таманна, يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. Дорогие братья и сестры, я хочу поблагодарить всех, которые приехали с Кизляра, с Бабаюрта, с далеких сел горных. Пусть Аллах Тааля вот так нас объединит тоже в раю. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Очень счастлива, что вообще могу побывать на таком событии. Мы вот из Москвы приехали специально ради этого, чтобы тут побывать. Я вот выиграла пылесос. Да, круто. Раньше выигрывали подобные призы, подобные конкурсы? Участвовала, но не выигрывала. Сейчас повезло, да.
Сегодня это событие, оно историческое, в этом знаменательном месте. Почему историческое? Потому что этот день, он войдет в историю. Личное душевное состояние, оно неоценимо, не передать. Потому что я часто бывал на подобных мероприятиях других районов, других национальностей, и никогда меня не покидала мысль, а придет ли такой день для нашего народа. Вот и он пришел. Даже погода, в которой многие сомневались, она улучшилась, она стала теплой, ясной, хорошей. Азрат Джабарович Кадимов награжден золотым орденом имени Имам Шафии за особый вклад в патриотическое воспитание молодежи, укрепление духовности, нравственности, дружбы, единства между народами Дагестана и Великой России. От души вас поздравляю. Очень отрадно сегодня видеть настолько большой джамаат, который ранее собирать нам не приходилось. Альхамдулилля, благодарю Всевышнего Аллаха, что дал нам такую возможность собраться. Говоря немного о мечети, она еще не достроилась, но уже успела объединить столько народов. Благодарю всех за ваше участие, за ваше желание укрепления нашего джамаата. Пусть Аллах поможет. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. На всех языках так особенно нежно звучит слово «мама». Все мы еще с колыбели зовем тебя, милая мама. Мама я нана, я юмма, я мамтия, мам я умми.